ударов не задам. Yeah, boy. Витос Амигос, продолжается Dark Souls 3. В этой серии хотелось бы уже покончить с тюремными подземельями, с тюремными катакомбами. Сдох я в прошлый раз на этом самом крестном ходе, который ходит здесь. Нет, крестный ход, это был в другом месте. Здесь просто я даже не знаю, как назвать этот вертеп старух с раскаленными кочергами, но это самый уебищный моб из всей, наверное, игры, который просто сжигает, блядь, здоровье героя одним своим видом. Я не знаю, какой долбоеб мог придумать такую хуйню, от которой вообще, по-моему, блять, защиты нет никакой. И наставить их в одном месте просто, блять, сколько их, смотрите, раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я думаю, что их 10. Я думаю, что их для ровного счета их 10. Что с ними сделать, я вообще не представляю. К ним подкрадываться, естественно, невозможно. Они разворачиваются и вставляют тут же пиздюлей. Ходят они, как мы видим, тоже не совсем плотной группой, они перекрывают весь периметр, как бы, чтобы... Ну, выманивать последнюю каждый раз, это единственное, что остается делать, в общем-то. Но каждая из этих сучек, блядь, естественно, вам сожгет полоску здоровья. И после каждого такого боя вам придется хиляться. А эстусов у меня с собой 8. Самоцветы жизни, к сожалению, в этой части отменили. Но есть угли, которые еще и максимальную полоску жизни. Максимальную полоску жизни увеличивают, что вообще чит. Но без самоцветов, конечно, как-то здесь стремновато. Честно говоря, как-то... Как-то вот не очень. Не очень то. Не знаю, почему эта бабка не побежала на меня в атаку. Я вот прям вообще не знаю, что с ними делать. Подходить туда я откровенно ссу. Ну, путь сюда, честно говоря, вообще не самый ближний. Он пролегает еще через несколько бабок. Примерно штуки 4 по дороге надо убить. То есть это была уже пятая. Поэтому у меня уже не эстусов, не 11, а 8. Именно по причине того, что по дороге ты встречаешь этих овец. Ходят они как назло, ну... Как положено старой бабке, крайне медленно. Здесь, походу, просто свободная зона, безопасная. И надо их отсюда из лука просто вышатать всех. Да и пошли они в жопу, блядь. Я уверен, что магам это место проходит просто незаметно. Просто потому, что маги издалека их ваншотишь наверняка, блядь. Идешь себе дальше. Я не знаю, почему сейчас стрелы пролетают сквозь вот ту... бабку с... Вот, смотрите, как полоска жизни полетела в расход. Не слабо, да? Я вообще не представляю, блядь, как этого избежать. Хоть щитом закрывайся, хоть ты за лупой отмахивайся, блядь, все равно. Вон кто-то там бегает, но кто-то бегает, заметьте... Нет, с катаной бегает. Причем даже не катана, а утигана, по-моему, целая. Длинная. Не знаю, как он раскрыл, наверное, их секрет. Может, нашел какое-то кольцо защиты от этих старых пиздалищ. Но я придумал только надеть кольцо, которое прибавляет дамаг при максимальном количестве здоровья, дабы... Потому что, когда они полоску сжигают, у тебя здоровье превращается в максимальное. А при максимальном здоровье ты наносишь на 20 дамага ровно больше. Ну, 20 дамага, казалось бы, это не та цифра, да, которая что-то серьезно здесь разруливает. Поэтому, ну, кольцо... Ну, такое, я вот не скажу, что оно... Прямо ах, но и не скажу, что оно прям совсем говно. Но скорее, конечно, оно говно, потому что, ну, блядь, несерьезно. Враги тратят больше выносливости при блоке атак. Ну, я не знаю. У меня все кольца какие-то не очень. Вообще. Вообще, конечно, с кольцами... Немного повышает ловкость. Кстати. Вот это кольцо может и
Но я этот лук плюс 3 сделал. Лук Фариса, блять, у него дальность больше, а атака меньше. Ну вообще жесть. Но хоть из лука я сейчас буду посильнее бить, как я понимаю. Ну давай проверим на этой кочерге. 65. Не, она просто за радиус вышла. Ну сейчас вернется, судя по всему. Интересно, какая дальность у их фонаря? Как далеко они дамаг им наносят? Осталось их трое вроде как, но это на самом деле обман зрения. Их больше там, за колонной наверняка еще. Я не мог убить семерых. Может, это и есть локация, которую надо с луком проходить. Сначала здесь с луком прошел, потом, блядь, огненного демона из лука убил. Отравляющая стрела наносит меньше дамага, но она с понтом что травит. В предыдущих частях отравление вообще решало. Блядь. Оу. Причем еще у них есть читерная атака вот эта, которая просто тебя, блядь, убьет нахуй. И самый прикол, что их фонарь еще и бег выключает. Пизду, я уезжаю отсюда. Лифт как-то, блядь, нехотя даже поехал. Сначала вниз просел, блядь. Ну пиздец, я вообще в ахуе. Я за сколько, блядь, за две части Dark Souls и за весь Bloodborne ничего более ебанутого не видел. Вообще ничего. Потому что, блядь, невозможно что-то более ебанутое сделать, чем босс, который дамажит. Не босс, а моб, который дамажит одним своим видом. Это, блядь, настолько тупо, блядь. Причем маловероятно, что вы убьете ее раньше, чем она свой фонарик зажжет. Это почти невозможно. Я, кстати, выбил с нее шлем. Называется маска аристократа. Что, ну, я хотел его надеть, потому что, ну, выбор аристократа — это всегда мой выбор, но, блядь, от дробящих ударов защиты нету, а весит почему-то эта маска 5 килограмм. Ну, если пересчитать вес в килограммы, да, вот это безымянные единицы веса, если присвоить им гордое звание килограмма. Так. Ну что, в принципе, осталось-то? Только ты да я. Выпьем, няня, где же кружка? Мои запасы стрел, конечно, это все подкосило. Подкосило знатно. В этой камере я был, как был и в следующей камере. Мне надо найти камеру. Я не был. Как это он там надпись написал, интересно? Еще одна старушенция стоит слева по курсу, но это, видимо, и есть десятая. Вот, слышите, вот она уже раскаляет свою кочергу. Даже когда ты убьешь, потихоньку она умудряется отнимать у тебя здоровье. Видение, любовь. Сорянчик, любовь. Заперто как бы. Заперто. А, я сломал в кувырке вазу, блядь, и получил дамаг. Вы что, серьезно, что ли? Так. Тут усиленный какой-то черт, который тут же ломанулся в атаку. Может, надо было его выпустить, он бы бабкам жопы порвал. Воу-воу. Да он могёт. Наверняка так это и делалось. Наверняка так и разруливалась эта ситуация. Просто выпускался из клетки этот бешеный сукин сын и вкатывал им пиздюлей. Ну кто его еще мог запереть, если... И кто-то говорит, что... Подожди, кого-то я в прошлой части убивал, мне сказали, что надо было... А, рыцарей и великанов сагрить вместе, но нет. Здесь это не так работает. Здесь не все пиздят всех, понимаете? Рыцари, великаны были на привязи и, по сути, на службе у тех же господ, да, у дьяконов, что и рыцари. Поэтому они друг друга не пиздили, я уверен, они друг друга не стали бы бить.
Какой смысл, блин? А здесь вот этот запертый, бешеный, безумный хрен, он наверняка набросится на старух. Я вот в этом, ну, уверен процентов на 10. Честно говоря, если я встречу костер, я вернусь и проверю эту гипотезу, потому что, блядь, это место, оно как-то должно проходиться явно не расходом всех своих стрел и хилок. Блядь, я вообще пришел в какой-то старый Анор-Ландо, с которого воду слили. Это жесть. Ну давай, впереди костер, пожалуйста, впереди враг. Блядь, какой нахуй враг? Сюда хуй дойдешь, ребята, где костер? Хип, твою мать. Тут где-то, наверное, хоббиты с кольцом носятся. Душа усталого бойца. У какого-то бойца утром капает с конца. О, смотрите, я вижу. Я вижу впереди враг. Вон он сидит, смотрите. И что это такое? А, это старуха окаменевшая. Она не может быть врагом. Может. Это горгулья. Нахуй тогда отсюда. К этому разговору мы вернемся попозже. Где, сука, мамку делал, бля, костер? Не давать костер в таком месте после убийства 10, сука, ссаных старух? Ну это, блядь, бесчеловечно, господа. Это, блядь, мне, скорее всего, сейчас дадут пизды, и я умру. И мне что предлагают? Каждый раз, блядь, драться со всем этим... Со всей этой, блядь, религиозной общиной, которая тут ходит, что ли? Я вообще, блядь... Впереди святой. Да ссать я хотел. Какой он, блядь? Откройте мне дверь. Этого не может быть. Здесь чекпоинт должен быть. Опа, опа. Америка, Европа, блядь. Давайте осмотрим еще раз. И с понтом, что внимательней. Блядь, тут куча голумов, нахуй, но нету костра, блядь. Да. Ну, я говорю, вот это, блядь, проблема этих игр, на самом деле, что то костер на каждом шагу, то хуй, где его найдешь. Но отсылка к горгульям обязательно, потому что горгульи были во всех частях. Во всех частях они бесили знатно, блядь. Нельзя было просто взять и не сделать ебаную горгулью здесь. Я не знаю, что, кто это такой. Ну, насколько сильна эта горгулья? Непонятно. Лук сносит ей 60. Ну, столько же, сколько и старухам, в общем-то. Ну, вот, место здесь есть для битвы. Будем пользоваться. Нихуя себе. Это у нее щит, блядь, крыло каменное. Нихуево раскрылось. Ага. Молодец какая. Блядь, мое сообщение получило оценку. Это мне восстановило здоровье, блядь, и спасло, по сути. Ну, жизнь не спасло, потому что, ну, я... При смерти не был. Но это случилось охуенно вовремя, я хочу сказать, ребята. Блять, никакого дропа, пиздец. Никакого лута. С такой овцы. Оскверненная столица.
Блять, тут гигант Йорм живет, значит. А где ж тогда? Тот, кто в глубинах. А, значит, темница, проходная локация. Значит, я не туда пошел. Погоди. А! Вон костер. Вон он, за столом. Но я, блядь, что-то не вижу. Лестница. Все понятно. Блядь, как я жадным глазом выхватил, блядь, костер из этих текстур. Вот это, походу, какая-то заподлянка посреди пола, накрытая дощечками, да? Я буду постараться по ней не ходить. Так, ну, что ж. Интересно, где же тогда ключ от этих клеток, которые я прошел? Я прошел их просто много. Прошел их просто до хрена. Кто это такой? Каменный какой-то чувачок. Распластаться. Горящий осколок кости. Я видел гифку в группе насчет распластаться. Это действительно классный жест. Там какой-то босс просто попасть не может, потому что можешь распластаемся, ёпта. Ах, заебало все. Лягу, да, окаменею. Так, 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 ты потише, потише выебывайся своими прыжками, отскачками и отскоками. Смотри-ка, здесь тоже лестница есть. Но идет тебя. Ну, там уже еще одна такая же горгулья каменная, там храм. Мне кажется, что я рановато пришел в эту локацию, честно говоря, судя по бою с горгульей. Но гигант Йорм, это, очевидно, предпоследний босс, судя по мувику. Его в самом конце показали, как он встает. Подземелье Еретила. Это все хорошо. Давайте тогда сейчас сделаем... Back off. Как-то, короче, сделаем возврат. И посмотрим, что там дальше за этим чуваком, который, блин, как его там звали-то? Этот. Святой отец-то, блядь. Давай, хорош. Да, физическая мощь. Съедает много, бля. Но я думаю, что мне в любом случае скоро придется вернуться и перераспределять статы. Но, как я говорил, сила и ловкость, они, блин, сомнительны в этой части, учитывая, что закаливаешь оружие и теряешь скейлы так или иначе. То есть смысл-то, блин, перекачиваться в силу. Сила даст на новой игре плюс-плюс нехреновый бонус тому, кто на тяжесть закалит великий меч. Там скейл от силы увеличивается, от ловкости убирается. Блять, я ж хотел сделать кое-что другое. Ладно, я надеюсь, что я вспомню об этом чуть попозже. Просто меня до смерти уже заебли со своими этими. Купи ключ, сходи, блять, в эту хуйню, которая тут за храмом. Вот, я думаю, что в конце этой серии, если я сейчас босса, блин, не найду, а я должен его найти, хоть какого-то я должен вздрючить босса. Хотя, по-моему, вот эта толпа старух, она, блять, за место босса и должна идти. Так, Еретил Халлендалин. Дайте-ка я себе запишу. Проверить бабок и храм огня. А то ж так увлекаюсь просто. Ладно, в жопу. Пойдем посмотрим. Тут была куча надписей. Мне показалось, что это PvP-арена какая-то. Блин, мне пишут, что два дня не могут убить этого Франциска 15-го, блядь, папу римского местного. Ну, посмотрите, каким мечом убил его я. Это же просто пиздец. Ну да, это... Подождите. Жук, я слышу жук. Двух, блядь. Ну, за двумя зайцами погонишься, конечно. И хуй на руль, что поймаешь? Но это делается так. Костер-жук. А что тут? Все, пизда, тут балкона больше нет, ничего. Впереди роскошный вид, короче, луна.
Взошла луна, сука. Так а чё тут? В натуре арена, да? Да, ну... Умеют игроки ДС-ки выбрать себе красивые места для того, чтобы друг друга дуплить. Раньше это был огненный мост. А, вот дорога пошла, блядь. Влево. Ой, вправо. А влево чё? Ага. Я так и знал, что что-то здесь будет. Большой осколок титанита. Так, ну мне придется посидеть у костра еще раз, чтобы убить второго жука. Вот хорошо тем, кто не играет на записи, блядь. Страдаешь херней, никто не видит. Пострадаешь херней с записью, тебе припомнят все. Так, а я не могу по-прежнему да, рычаг дернуть. Может, у меня силушки не хватает, может, надо силу прокачивать. Что написано? А, это моя надпись. Хорошо, кто-то оценил, смотрите. Пиздец. Наверное, именно эта надпись мне и... Мне и добавилось сейчас хилсов в самый ответственный момент. Уделал жука, он, конечно, во второй раз не сразу появился, пришлось как я перезаходить в игру. Вот, ну, мерцающий титанит выпал. Блин, в принципе, у меня этих мерцающих титанитов и прочих всяких разных крутых титанитов до хрена, но нету, я еще не нашел такой пушки, которую бы мне прям вот захотелось заточить и ее носить. Вот, блядь, вечная херня, что я в начале игры нахожу на новой игре, на обычный какой-нибудь мечик, и с ним просто всю игру хожу и жду, когда же мне выпадет... Вау! Когда же мне выпадет чудо-пушка? Они мертвы? И кто это их, интересно, поубивал тут, блядь? Ну тут, наверное, владыка глубин, походу, где-то уже недалеко. А, и они храпят. Я слышу храп. Но нет, их почему-то они... Можно на него залезть? Нельзя, да? Ну давай ты, блядь, заебал. Ну что за... Сука, идиотские условности. Уверен, что как-то можно, блин, на нем надпись оставить. Давай, давай, давай. О, блядь, мудак, сука, дебил. Ну. Блядь. Я хочу на нем написать что-нибудь, чтобы все охуевали, какой я молодец. О. Так, ну что, надо надпись придумать. Где тут это? Шаблоны. Впереди, впереди, впереди требуется. Осторожно, может помочь. Может быть это... Может быть это... Враг. Личинка, краб. Может быть это краб? Может быть это гигант? Классный вопрос. Так, а... Ха, это гигант. Давай. Будем лайки фармить. О, лутик. Вот кто-то из них точно храпит. Не вот этот, который раком стоит, интересно. Че это? А че это на балконе? Понятно, блядь. Очередной... А, вот этот спит, по-моему. Вот от него храп идет. Шаги чьи-то слышу. Что-то как-то... Как-то их что-то тут... Немножко многовато. Блять, оно... Оказался нарядом. А, здесь тупик. А такое чувство было, что здесь за поворотом целый коридор, локация. Кольцо с темным камнем. Ну это, блин, от проклятий. Урона от тьмы. Вау. А кто тут этой тьмой будет атачить? Хрена себе, что у них даже трупы исчезают. Трупы исчезают в полночь. Как... Так, а вот и путь наверх. Ёбаные дьяконы. И
И тут еще. Так, ну давайте сначала тогда по низу пройду, посмотрю, что есть. Потому что здесь, походу, это и есть основной путь. Гиганта будить не буду. Ну, потому что с гигантами драться неинтересно, да? Они лохи конченые. Это ни для кого не секрет. А дают за них 4000 душ. Ну, что, честно говоря, маловато. За такую здоровую жлыгу. А это кто такой? Блять, да пошли вы. Вы что, охуели, что ли, совсем? Ну, пиздец, вот и разбудили, блядь. Уголь. Охуенно. А. И тут как бы есть и мертвые, и спящие, да? А, вон у них оружие на тьму. Вот зачем кольцо тьмы. Давай, блядь. Сука, живучий какой конь педальный, а. Но, по-моему, на нем надето дарана вот это вот. Как его? Дарнийская хуйня. Блядь, ёб твою мать, твои матросские замахи. Так, одного отъебли. Давай, блядь, Джон Сноу. Похож, да? Ночной дозор, вон он черный. Чернавенький. Ну. Да, блядь. А то, что я прервал эту хуйню, похер, да? Все равно. Отличное спамовое копье, я хочу заметить. Я даже, блядь, в перерывах между его ударами не успеваю щит подставлять. А, усилит атаку, пока она продолжается. Но это все для кинжальщиков, хуйня, это все полная. Дуранские копья. Как ловко я узнал их одежду, а? С двумя копьями кто-то ходит, ебануться. Вот этот человек, блядь. Не, на самом деле усиливает атаку. Пока она продолжается, это ништяк, когда дерешься с кем-то крупным, ты часто проделываешь серии, у меня мечик, в принципе, быстрый. А вот ловкость плюс перекаты мне нахрен нужен. Ну, лучник из меня так себе, я, в принципе, луком особенно так-то вот и не пользуюсь, чтобы постоянно. А вот в те моменты, когда надо будет кого-нибудь из лука убить, тогда можно и кольцо поставить. Мне вот, да и на силу, ну, я говорю, на скейлы, блядь, кольца нахуй не нужны. Пиздец. Пиздец. Дальность полета, блядь, не ограничена. Нравится. А это что такое? Лифты, блядь, опять начинается. Срезанька на балкончик к этим, блин. Утырищем. Ну, судя по надписям, это мимик. Судя по цепочке, тоже. Один, да? Там нет ничего. Я хочу заметить, что мой меч вообще перестал котироваться. Он вообще ничего не наносит. Точи, не точи, мне кажется, он говно уже. Он просто устарел, блин. Да, блядь. С таким ударом в сборную России, блядь, сразу. В сборную России по мимикрии. Притворяться футболистами. Одно из моих сообщений получило оценку. Кстати, о, ритуальное копье, нихуя себе. Ритуальное копье, блядь. Ну, ритуальное копье. И от магии, и от учености, блядь, пиздец. Че это... Где они видели мага-копьеносца? Ну, серьезно, что это за отстой? Не, ну вряд ли эта стена прозрачная, да? Даже несмотря на то, что она подсвечена. Что, собственно, не является ни разу признаком иллюзорной стены. Но это хоть как-то ее выделяет, но сомневаюсь, что вот со второго этажа храма можно куда-то выйти на улицу. Так, чего? Простой самоцвет, вау. Батюшки-мечтатюшки, ну чего.
А что это такое? Понятно. Вход. Понятно, понятно. Что ничего не понятно. Ничего тут такого суперинтересного нет, к сожалению. В нижней двери створки не открываются. Видимо, чтобы гиганты в храм не зашли. Ну что, 7 эстусов у меня. В принципе, можно у костра пока не сидеть. Он недалеко, если что. Дьяконов надо поубивать. Ну, посмотрим. У меня щит от огня хорошо защищает. Выносливость только, блядь, улетает. Блядь, они по КД просто ебашат. Охуенно интересно, я вам, блядь, скажу. А давно дьяконы такие, блядь, живучие стали? После переезда в эту локацию. Горный воздух, блядь, полезен, наверное. Да пиздец нахуй, а. Ну, ублюдки, блядь. Да ёб твою мать. Отсосите нахуй. От тьмы кольцо. Да, кольцо от тьмы мне нахер здесь не нужно тут. От чего и надо защищаться, так это... Блядь, а нахуй ты подошел к фонарю? Объясни мне, блядь, чтобы тебя не ударить было. Хитрая хуйня, блядь. Фонарь, блядь, меня защищает наоборот, ёпта. Пиздец, блядь, господи, ну и геморрой еще, а. Когда его бить, если то оттуда летит фаербол, блядь, то отсюда нахуй, а? Сосан-то, блядь, сучара. Вот уроды, блядь, а? Слышь, Гарри, блядь, я тебе волшебную палочку твою сейчас, вот эту штопор твой, прям в очко его закручу. Ну, блядь, скотобаза ебаная. Смотри, сколько хилок уходит просто для того, чтобы здесь пройти. Охуенно. Знакомые звуки. Блять, это Анор с Рандо, бля, буду. А вот там серебряный рыцарь на карнизе стоит. Иди в жопу, ублюдок. Там лут какой-то у гигантов прям под носом. Не то чтобы там наверняка артефакт, но... Уголь. Блять, дать вам пизды или да? Ой, лень. Это не сложно, но, блин, долго. Ничего там нет. Так. Пойдем внутрь, блять, зайдем. Опиздюлимся, так сказать. Может помочь друг. Человек, собаки, только... Опа-на! А при чем тут друг, если здесь... Так. Начнем собирать лойсы. Ну где это? Транспозиционная печь впереди. Блять, ну кто будет писать эту надпись? Гроб, пепел, луна, зола, спиртное, блять. Иллюзия. В самом, сука, низу, как назло. Вот так, я ж молодец, я хочу лойсы. Кстати, интересно, моя надпись на великане уже собрала пачку лойсов. Я вроде не часто оставляю надписи. Хотя в последнее время частенько. Ну давай, включай скорость. Блять, какой-то хуй вторгся, блять. Ух ты, ёптвою, опять эта собака. Сука, эти ебливые ковенанты, блядь, честно говоря, заебали уже. Ёб твою мать, сколько их здесь. Нахуй. Они не шутят. И где-то тут еще фантом, блядь. Блядь. Ребята, вы охуели, что ли? Пидорас. А это фантом, вторгшийся.
Вот это лол, блядь. Вторженец, опущенец ты, сука. Вторгся он, блядь. Охуеть вообще, блядь. Вот это дал. Чувак, блядь, ничего себе нагнул меня. Блядь, еще один, что ли? Да я тебя вижу, блядь, мудак. Что-то мне не очень это нахуй нравится. Один на один с этими пидорасами драться вообще за подляк. Опа. Я сейчас пойду кого-нибудь призову, блядь, и приду сюда с толпой. Ну там уж, ну, ебал я. 15-минутная драка, блядь, с фантомом. Кстати, мне эстусов добавили. За то, что я одолел этого. Реально, слишком дохера драться с фантомом, чтобы он меня убил. Потому что меня с этим мечом, скорее всего, убьют. Я опять сюда шел, блядь, через толпу этих говноедов, блядь, огненных. Нахер оно меня обосралось, блядь. Так, вот это что-то не очень хорошее. Веномен, блядь. А ты кто такой? Ну, красный фантом, это злой фантом. С добрыми тут какая-то напряженка, походу. А чё он не призывается-то? А, вот он. Фиолетовый вообще непонятно кто. Пойдем, фантом, покажу тебе кое-что. Только не начинай гигантов бить. Мы тут не для этого. Надпись-то моя, кстати, исчезла с гиганта. Не знаю почему. О, темный дух, блю демон. Сейчас все будет, блю демон. Веномен-то выглядит бравым чувачком. Хранители Олдрига, блядь, ты посмотри нахуй. Ну вот где-то здесь он был. Станет его чешуя. Вот он. Не ожидал? Мародерчик, блядь. И все с кольцом для ПВП. Блядь. Какая шалава это делает, а? Ебал я прыгать, страшно. Так, одного мы отпиздёхали. Который ему на подмогу как раз и пришел. К гигантам бежит шлюха, блядь, что... Торгся, а драться жимки-жимки, блядь. Почему я сейчас не попал? Я вообще в ахуе, блядь. Ну, как обычно, блядь, ПВП, нахуй, в Dark Souls, оно, блядь, поражает своим разным ФПСом, блядь. Поэтому удары то с 3 километров проходят, то в упор не попадаешь, блядь. Блядь, дебил, куда ты, нахуй, лечишься? Ну чё ты, блядь, аплодисменты свои себе в очко забей. Я, блин, сам хочу в этот ковенант вступить, просто чтобы мне не мешали, блядь, здесь играть. Не потому, что я фанат Олдрига какого-то, блядь, неизвестного. Ах, выглядит знакомым. Да, Анор Ландо, ебать. Блять. Попадут, скинут нахуй. Скорее всего. Но здесь карниз, правда, пошире стал, блять. Ебать, дремать.
Я не могу не заметить, что скорострельность у них выросла, блядь, в разы. Блядь, с ноги они почему-то... Удар с ноги почему-то эффекта не возымел. Я хотел его вниз просто скинуть, блядь, и хуй угадал. Бэкстайпить их, конечно, это вообще. Да, мой меч тут просто не котируется. Мне надо что-то, блядь, с весом делать. Брать броню полегче. И меч побольше. Меч у меня, в принципе, есть один. Здоровенный. Меч, ребята, здоровенный меч. Блять, я с фантомом прохожу, дожили. Ну пока до ковенанта не дойдешь, потому что тут ловить-то нехуя. Ну вот это явно иллюзия. Нет. Ковенант, ковенант. Где ж тут, сука, ковенант у них? Где у них вход вообще, блядь? Что это такое? Куда идти-то? Ага. Такая маленькая, узенькая сбоку, сука, лесенка, бля. И то это не путь. Пепел жителя Востока. А, Альва вообще-то был с Востока, по-моему, нет. Его сет у меня уже есть. Тогда чей это пепел? Еще один. Догнал нас, смотри, придурок, блядь. И опять съебывать. Чё приходил? Так, нахуй заебало. То нихуя, пиздец. Где он? А, вон он лежит. У гигантов. Да, ему пизды дадим, пизду его. Ишь, ты подскочил. Было давно их купить, нахуй. Ну, естественно. Ну, естественно, блядь. Какой молодец, ебать мой хуй. Хуй в говне, блядь. Педрила, блядь. Да, ковенанты делают эту игру, блядь, прям вот намного интереснее. Вот просто, нахуй, даже, блядь, говорить по этому поводу ничего не хочу. Насколько это тупое говно, блядь. Ну, просто, может, и ковенанты не говно, но такие пидорасы, вот как этот человек, блядь, они в говно их превращают, тупо, вместо того, чтобы сражаться, блядь, он бегал, ждал 20 минут, блядь, и ему нахуй это было вообще не впадлу, что вообще абсолютно, абсолютно меня радует. Вот еще полегче. Что я, блядь, должен надеть, чтобы у меня перевеса не было, не понимаю. Серьезно, какие, блядь, я тряпки должен таскать? Вот эти, что ли? А, во. Доспех из Дарана. Чтоб, типа, местный. 46 перевес, нормально. Видимо, в рамках, как-то, в допустимых пределах. Так, при этом мне надо... Что? Мне надо забрать свое барахлишко. А надпись? Не, надпись моя на великане все еще есть.
Великанов надо нахуй повынести, пидорасов. Они, блядь, мешать начинают, когда вторгаются эти гондоны. А великан еще ебаный жив. А убивать великанов мешают, в свою очередь, пидорасы с балкона. Круговорот пидорасов, блядь. Кстати, великана-то мы убили, а он встал. Так-так. Ну давай, подходи. Здесь не достают вроде. По 50, блядь. Знаете, с двух рук. Там еще один встал. В очередь, сукины дети, в очередь. Кстати, по-моему, блядь, двуручная атака, я только меньше урона нанес. Да, и пизды еще отхватил, блядь, и лут не забрал. Двуручная... Кто там, блядь, мне советовал эту двуручную атаку? Молодец, блядь. Такое говно, блядь, никогда и нахуй не брал оружие в две руки. Только для того, чтобы какого-то моба сваншотить, это можно делать, блядь. Либо боссу, который там на колено встал, пизды надавать. Но, блядь, в обычных, нахуй, мободрочнях убирать щит и брать этот ебаный меч в две руки, такая бредятина, по-моему. Просто в самый, блядь, ключевой момент тебе нечем будет атаку заблокировать. Что у этого меча вообще вот на эту? Охуенно, и что это, блядь? Яростная атака. Вкладывает весь вес в выпад на низкой стойке, повышение баланса. А, надо держать было, блядь. Охуеть. Ну и говно, блядь. Да, это нахуй гиганты спаунятся здесь. Их нет смысла убивать. Ну тогда просто охуеть можно. 32 тысячи. Пошли тогда они нахуй вместе с этим блядским свиноебаным ковенантом заднеприводных, блядь, любителей Олдрига. Пусть, блядь, они тут все в жопу друг друга долбят. Надо идти вниз, блядь, туда, где эти крокодилы, и собирать тамошний лут. Так, ну давайте запробуем. Как там драться с этими крокодилами? Блять, тут самая, самая залупа в том, что их... О, нихрена, плащ какой. Черный плащ только. Самая залупа в том, что их тут... Они по одному не нападают. Они сразу как-то, блять, агрятся толпой. Ну, давайте сначала начнем с вот этого. 10 дамага, блять. Вот так вот. Я уже опережаю его на 10 дэмэджа. Там, кстати, проход вон. Блять, стрёмно, пиздец. Вот он здоровый. Пиздец. Борись нахуй, у тебя силы много, ебать. Ваншот. Отлично, блядь. Отлично, подрались. Охуенно, я считаю, блядь. Вообще, лучший моб в мире. Отличное вообще место. Мне нравится. Костер далеко, как я люблю. А, тут еще пидорский ковенант рядом. Все нормально, все по высшему разряду. Давай типа, приманим ту, которая бежать не так далеко. Блядь, им всем далеко бежать. Ну, их тут две всего, как я понимаю. Как было у Урсулы, блядь, из Русалочки, две вот этих мурены, да? Вот здесь муреноподобные ебало этих. Отличная возможность была нанести удар. Ебать. Нахуй я столько резко. Блядь, ну... Чё мне показывают? Можешь мне объяснить, блядь? Как попало, если я невидимый был? Блять, просто нахуй невозможно, блять. Нужен... Впереди требуется друг, наверху написано. Это очень дельная надпись, на самом деле. Потому что одному с этими пидорасками почти, блять, не справиться. Они нахуй слишком сильно дамажат, по-моему. Либо одевать тяжелую броню. Не, ваншот от этого, конечно, никуда не денется. Одевать тяжелую броню. И самому нахуй дамажить какие-то копейки, блять. Видимо, вот это предлагается здесь на выбор. Ну, пиздец, она лапкой задела, нахуй. И снесла мне, блядь, все здоровье. Вторая согрелась, охуенно. Где я? Что я, блядь? Как, нахуй? Ну, блядь, разработчик в конец ебанулся, я говорю.
такие моменты, это, блядь, просто, просто нахуй украшение всего геймплея, блядь, это просто отлично, это просто заебись. Ладно, применим старый дедовский способ, как пройти непроходимое. Ты просто бежишь, просто хуяришь лут, а они пусть пойдут нахуй со своими крокодилами. Я одного на мосту убил, которого можно было убить. И достаточно. А, вот и ковенант, судя по всему. Вот и все. Больше эти пидоры на меня не нападут. Теперь иди нахуй, господи, с этим ковенантом. Ну, а прохода тут никакого, в общем-то, я не вижу. В общем, скорее всего, здесь его и нет. Вообще, по-моему, это первый ковенант, который настолько сурово охраняется. Так. Тут делать нечего вроде как, да? Но мне кажется, что здесь, блядь, даже босса нету. Тут кроме ковенанта, наверное, вообще ничего нет. Тогда где этот ёбаный хранитель глубин Олдрик, блядь, где он находится-то, я не понимаю. Я все обошел, там серебряные рыцари, все это все прекрасно, блядь. Ну, куда идти-то здесь, чтобы проходить по сюжету дальше? Этот фантом ёбаный не дал мне ничего смотреть. Но я там был наверху везде. Там нету прохода. Вообще никакого, по-моему. Но там слева есть лут, надо его забрать. Нет, 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 нет. Блять, да, конечно. Это же Анор говно, блять. Куда же тут нахуй без лучников-то? Ну, в такой ситуации остается только включить, разве что, наверное, бразильскую систему какую-нибудь там. О, кстати, ничего себе. Бразильская система, план Б, включить хитрожопого, ну или просто рашнуть. Потому что, блять, драться с ними просто невозможно. Они убивают тебя за 2 удара, ты их за 20, блять. Двуручный меч вообще, блядь, свой урон нихуя не оправдывает, по-моему. Да, и рашнуть тут тоже, конечно. Даже рашнуть тут, блядь, хуй рашнишь. Понаставили их тут, конечно, просто, блядь, от души. Тупик, понятно. Все, понял. Понял, понял. Так, где там лут был? Нахуй лут. Я думаю, что, блядь, где-то здесь должен быть какой-нибудь костер. Какие, блядь, знакомые места. Не здесь ли могила Гвиндолина? Уголь. Че, серьезно? Впереди короткий путь. А-а-а. И что тут? Что тут, блядь, короткого? Башню целую подвинуть. Пиздец, вот это механизм. Та-дам. Так, давайте посмотрим, кто же... Чья же это статуя? По-моему, блядь, вы можете сказать, что я не прав, но это похоже на Вендрика. Нет, в пизду, это похоже на Гвина. Учитывая, что Гвин и Вендрик похожи между собой... Ну нет, наверное, это Гвин все-таки, повелитель пепла. Что он сделал? Что он сделал? Он ударил статую и сдох? Ух ты, блядь. А, да, статуя была призрачная у Гвина. Но здесь Гвиндолин, блядь, бесконечный коридор Гвиндолина. Выглядит знакомым, да? Гвиндолин, темное солнце. Мать его. Уродцем родила. Давайте, блядь, найдем костер или реальный короткий путь, потому что, ну... Очень, блядь, сюда заебало бегать уже. Я столько раз сдох на этих блядских рыцарях. Ну, их тут просто дохуя. Я думаю, что кто играет,
кто не смотрит и играет, согласятся, что локация ебанутая только потому, что, блядь, количество этих пидорасов с луками превысило, блядь, все возможные и допустимые пределы, блядь, в 4 раза. Это просто пиздец. О! Блядь, да это и есть Анорландо, ебать. Это один в один Анорландо. Это вообще не что-то, не другое. Это Анорландо. А сейчас я, блядь, в собор, где Арнштейн и Смоук рвали мою жопу, блядь, не далее, как полгода назад. Перелечу. Вот она, хуякс. Но мне, блин, обосраться, как интересно, есть ли здесь костер какой-нибудь. Потому что мне... Ну, рыцарей огромных нету. И, во-вторых, здесь зима. Насколько я помню, если... А Норландо... А вот и костер. Насколько я помню, если убить Гвиндолина темное солнце, здесь наступит ночь. Насколько я помню, Гвиндолин темное солнце транс. Насколько я еще помню, всем насрать на Гвиндолина темное солнце, поэтому я пойду домой пиздюлей. Босса-то надо убить. Какого хуя, блядь, устройство не поддается? О, давай. Самая печаль, что мой двуручный меч на тьму практически вообще урона не наносит, именно потому, что он на тьму, мне кажется. Вот даже по вот этим дьяконам, сука, огненный маленький меч дамажит сильнее, чем двуручка на тьму. Но надо снимать нахрен всю закалку с оружия, надо активировать обратно скейлы, а оружие делать, ну, обмазывать, грубо говоря, чем-то. Ну, с электричеством, хуичеством, что-нибудь такое делать. А, впереди объекты, иллюзия. Оставлю подсказку для тех, кто не догадает. Но я бы сам, слушайте, я вот только увидел, что тень чья-то ударила. Так, он пиздёхает, насколько я помню, магией, да? Магия 67, магия 61. Но у меня ничего лучше от магии, походу, не... Ну, блядь, конечно, ебать, 14 веса, вы чё? Вес 17, 18, это, блядь, пиздец. 69 от магии, вот она. Сейчас у меня сколько? 67, охуенно, я выиграю, блядь, ничего не скажешь, прям вообще. А может он здесь и не появится? Видите, его можно было и убить. Латунный шлем, я помню этот сет, он лежал там чуть-чуть подальше, и по сути это сет бабский. Сет хранительницы огня местный. Ну, мы видим, что он, естественно, потяжелее, блядь, как обычно. Латунь же, наверное, пиздец, какой тяжелый металл, да, по сравнению с броней. 10, ёпти. Не-не-не. 6,8. Это был сет, я хорошо это помню, это был сет средней брони. Средненькая, она по весу была средняя. Почему сейчас он такой тяжелый? Переделали, наверное. И гробницу переделали. Убрали гроб. Тут теперь вообще ничего нет. А, тут и не было гроба. Тут был пьедестал. Трон, по-моему. Блять, придурок. Иди ты нахуй отсюда. А с кем ты дерешься-то? Может помочь вправо, тогда впереди сундук. Да, по бокам тут сундуки, все это помнят. Видение мужчина. Эй, мужчина. Другого не ищина. Впереди клад, впереди сундук. Да это все помнят, что слева тоже сундук был. Кольцо перемен. Мы ждем перемен. Чё это такое, кольцо перемен? Мужчины могут выполнять женские действия и наоборот. Это что, блядь, менструировать, что ли? Я не понял. В чем суть-то? Какие нахуй женские действия? Посуду мыть, носки стирать? Я стал тёлкой? Нет. В чем прикол-то? Женские действия. Ну, Гвиндолин... Ну, это, блядь, тупо отсылка к тому, что Гвиндолин был двоеполым существом. Был мужиком с сиськами. Возможно, и влагалищем. Цветочки, хуёчки. Так с кем тут дерётся-то этот? А, наверное, к нему вторгся Ковенант. А тут сундучка нет. Блять, я охуеваю. Вот это кольцо, ебать. Я что, серьезно, ради него сюда пришел, чтобы выполнять, блядь, женские действия? Идиотство, блядь.
Впереди клад, впереди сундук. Может помочь жест, может. Может надо кольцо это одеть, может он что-то, блядь, тут сделать даст. Так, надо призвать. Надо призвать сюда. Надо призвать женскую логику. Я теперь могу делать. Что я могу еще раз делать? Мужчины могут выполнять женские действия и наоборот. Божественное кольцо, полученное Гвиндолином, богом темной луны в юности. Благодаря ему мужчины могут совершать женские действия. Гвиндолин растили как дочь под влиянием ауры луны и говорят, что он вел себя словно угрюмая задумчивая богиня. Это для тех, кто в танке и сюжет не понял, наверное. Ну что ж, колечко есть, дело за малым. Давай и ебите меня. Вот она я. Суть основных женских действий, в общем-то. Да. Это великое кольцо, я считаю, что оно, блядь, повышает статы. Блядь, опустошение 50, пиздец. Да, колечко. Просто огонь, огниво, просто кольцо, вообще огнище. Да, ну, чисто атмосферное место, поностальгировать тут типа вся хуйня. Видимо, старых богов не осталось окончательно. Всех... я тогда всех перебил во время прохождения, но... Видимо, за основу и взято, что все перебиты. Что мертвец не стал возжигать пламя. Полый, опустошенный полый не стал его разжигать, а уничтожил мир. Замкнул круг, так сказать. Так, а здесь был собор. Это не совсем Анор Ландо, судя по всему, потому что... Он еще костер, а как к тому костеру попасть? Что-то я не поняла. А там что? А там можно, разбежавшись, прыгнуть со скалы. Подожди, а если я дважды в ту сторону рычаг толкну? В эту сторону он только один раз поворачивается. Может, он еще ниже меня опустит? Я помню, что какая-то из вот этих башен в Анор Ландо поворачивалась дважды. Во-первых, это только половина Анор Ландо. То есть только дворец уцелел. Потому что, ну, сзади, кто играл, помнит, что там прямая дорога была из храма. Которые тебя приносили горгульи, назовем его условно филиал храма огня. А, да, все, не крутится больше. Вот, а теперь это куда-то рухнуло все, и остался только вот этот дворец, блядь. А, дворец дочери Гвина, которая на самом деле была иллюзия Гвиндолина. Ну, там сложные семейные перипетии, короче. Вот оттуда вела дорога прямая. А теперь там пропасть и вот этот ледяной город. А, вон то место, где крестный ход ходит, только его отсюда не видно. Жаль, стрелу не пустить. Так, ну, блядь, я не знаю. Будут тут боссы или не будут? Я думаю, что давайте Анор Ландо мы оставим на следующую серию, когда я себе переделаю новое оружие. А сейчас я сделаю то, что уже давно мне просто череп просверлили. Я, блядь, схожу... Я купил этот ключ за 20 тысяч, я пойду схожу в эту обоссанную башню. Канделябр ученого. Уверен, что это был канделябр. Так. Башня за храмом огня. Естественно, из храма огня тут не выпускают. Где угодно выйти нельзя. Обратите внимание, что везде туман, но когда ты проходишь, по-моему, туман где-то здесь должен рассеиваться, нет? Почему-то я не могу выйти из храма огня. Они заткнули все выходы. А, вот туман рассеялся, блядь. С какого хера? Ничего не понимаю. Как это, блядь, работает, кто-нибудь объясните? Ну, это баг, наверное. На правый балкон надо выйти. Обязательно надо выйти на правый, ёб твою мать.
Ёпта, бля, балкон. Так, вот обладатель катаны. Ну, это обладатель рваных тряпок, на которые он и носит. Голожопик, блядь. Ты только не упади, чувак, с моей катаны. Я тебе, блин, внизу тогда твой труп изнасилую. У Тигана одеяние аса, перчатка аса. Сколько отсылок к Цою в одной серии, а? Перемен, аса. Ужасно изношенная одежда. Мужчины просто обожают витиеватые истории о том, как их шматье оказалось в таком состоянии. Шестое чувство подсказало мне об опасности. Я словно танцевал в вихре клинков. На мне не осталось ни царапины, но вот одежда в лоскуты. Что, блядь, какие мужчины обожают истории про то, почему их одежда в лоскуты? Кто эти, блядь, люди? Блядь, я ключ нахуя купил? Ты чё, блядь, тварь, открыл быстро? Чё за говно? 20 тысяч, блядь. Какой трамплин для прыжка. Может, мне налево надо идти? Блядь, это вообще от какой башни ключ-то? С дороги, черти. Челядь. Ключи, блядь. О, дерево гигант, смотри-ка. Ничего себе. Да, ключи купил и дрочи. Че за говно? Как по... Куда мне, блядь, надо попасть? Я вообще не понимаю. С этим ключом, блядь, мне чего нахуй? В какой камин нарисованный его ставить? В чьем очке мне его повернуть по часовой, блядь? А, надо, наверное, там еще сверху теперь можно выйти. Выйти в окно можно. Да, вот это дерево гигант. Нет бы тоже ковенант ему сделали. Кто-то украл мою надпись «Хайта гигант» и набрал 22 лайка. Вот бич. А, вот еще одна башня. Тут повсюду какие-то башни. О, лесенка. Ну, казалось бы, подпрыгни да достань, да? Но нет. Ну что? Условности лишили такой прекрасной возможности. Ключ от башни. Ну и что старушенция, блядь, заперла в этой башне? Что она оценила в 20 тысяч душ, мне интересно. По поводу чего меня просто заебали в комментах со своей башенкой. Чё за катана, блядь, с которой меня заебали прямо на первом же стриме? О, я могу маракасы попробовать. Ну, блядь, так себе, ребята. Если бы он бил побыстрее. С от силы. Вот это пушка огонь. 28. Это весит 16, этот весит 20. Ну, я думаю, что я за кадром перед следующей серией просто выберу себе меч новый. Нормальный, который будет соответствовать требованиям веса, блядь, дамага. У Тигана, вот то, что я выбил, да? Маракума это у меня было. У Тигана, блядь. Ну, у Тигана она, блядь, и в Африке у Тигана. Черный клинок. Черный клинок, и то заметь, что лучше. Ой, Хатори Ханза, блядь. Ну, у Тигана она вроде как длинная же. Да нет, такая же залупа, только не черная. Возможно, там дело в скорости атаки, хуй знает. Мне это сейчас выяснять что-то совсем, блядь, неохота. Так, а тут что-то открыто. А тут вот по карнизику можно, да? Если на него... А, хуй, тут не перепрыгнешь. Откуда пятна крови? Опа-на. Лут. Понятно, откуда пятна крови. Тут, видать, прыгать и прыгать еще. Сука, ничего себе храм. Смотри, какой здоровый. Куда? Дебильная херня. По карнизику, по карнизику.
Ну, скорее всего, мобы тут вряд ли есть. Что это такое, блядь? Что это такое? Вы что, охерели, что ли? Еще одна, блядь, башня. А я оттуда пришел. А тут я зачем? Иллюзорные стены искать, что ли, надо? Думаю, вдруг не попал. Классно. Самый беспонтовый карниз, блядь, за все игры. Колокол. Интересно. Не тот ли колокол, который в первой части звонил? Душа хранительница огня? А что, ее убили? Ей можно, по-моему, флягу усилить же, да? Это что такое? Мусор, блядь. О, да где она? Это ключ? Вернувшийся из бездны? Она приняла темную метку ока в бездну, осквернившую ее душу. И все, ее душа однажды окажется в груди другой хранительницы огня. И все же. Вот она, это она и лежит, видимо, мертвая хранительница огня. Видите у нее? Да, да, да. У нее вот это одето на глазах, то, что в заставке одевала тетка. И длинные волосы. Это труп хранительницы огня. И ее душу надо отдать другой хранительнице огня. Ее нельзя употребить. Видимо, нельзя ее транспозиционировать во что-то другое. Оружие, например. Блять, что, точно ничего нет? Как так-то? Так, блин, а я наверху осмотрел, что за колоннами. Мне кто-то обещал, блядь, осколок фляги, по-моему, или что-то такое. Еще тогда на стриме. А тут нечего осматривать. Все, блядь, на виду. Ладно, ну что, давай прыгать. Прыгать это круто. Особенно, блядь, в такой игре, как эта. Прыжки — это вообще не моя сильная сторона. Так, по гробам можно спуститься, но это старый финт ушами. Тут главное суметь взять разбег. Рот ебал, ну кто так делает, блять, а? Ну кто так делает, блять? Что ты и попал, блять, и хуй тебе одновременно. Еще один заход, давайте теперь точно выверим. Вот. Главное об стенку, видимо, не ударяться, а прыгать вот именно вот здесь. По-моему, опять то же самое получилось, блядь. Причем я спустился живой, поехал, поехал и сдох. Видимо, трение было слишком сильным, блядь, не так ли? Блядь, я пока не увижу, что там, блядь. Я заебу нахуй мертвого здесь в этой игре, блядь. Ну, тот, кто это сделал, блядь, реально в жопу продырявленный гандон. Дать душа хранительницы огня. Тут других хранительницы нету, поэтому кому еще ее отдавать, как не тебе? Блядь, мне нельзя, да, смотреть на нее? Снять черную метку. Сколько, сколько, блядь, ты хочешь? Ты чё, блядь? А, ну то есть я ей дал, блядь, её ссаную душу, а она мне дает, то есть, возможность снять метку.
Охуеть. Охуеть не встать. За 107 душ, блядь. За 107 тысяч душ. Это я, блядь, вот за этим туда лазил, да? Купи ключ за 20 тысяч, потом сможешь за целых 107 тысяч снять метку, блядь. Охуенные советы, блядь, от подписчиков. Наша новая рубрика, ёб твою мать, ничего себе. Вот это подсказали, пацаны, блядь, нихуя. А я такой хожу, короче, думаю, куда бы, бля, въебать 120 тысяч душ, чтобы вообще вот просто, просто, бля, бесполезно, чтобы это было вообще ни во что. Вложиться в акции МММ, блядь, был вариант, но нет, можно, блядь, можно вернуть душу хранительницы огня и пиздец. Ой, да... Ой, то не вечер, блядь, вообще. Ну, может, ты, чувак, у тебя лучше, может, получилось. От стеночки отрикошетил. Бывает. Вот так батьки делают. Нахуй пошел со своим... Как лут-то забрать? Мантия хранительница огня? Вы чё, блядь, издеваетесь? Я не понимаю. Нахуй мне это нужно? Может, ей мантию можно отдать тоже? Она ещё что-нибудь даст? Кольцо Эстуса. Ничего себе. Чё это такое? Кольцо увеличивает очки здоровья, восстанавливая флягой с эстусом. Ну, это, бля, демократично. Не то, чтобы это было прям пиздато. Как будто эстус на плюс 7, наверное, увеличил, да? Не знаю, насколько это усиливает лечение, но... Учитывая мой набор беспонтовых колец... У меня, в принципе, два места было вакантно, да? Защита от тьмы мне нахер не нужна. Когда меня тьмой не бьют. Нормально, пойдет. Так. Че, и тряпки можно отдать или что? Или я в них должен одеться? Может, она мне скидку даст? Где вход, блядь, в этот долбанный собор? Так, ну-ка дай-ка. Капюшон чародея. Это не то. Где хранительница огня-то? А, у нее не было шлемов в комплекте. Мазафака бич. Плащ. Стильно, модно. Welcome home, speak. Ashen one, sovereign. Нет. Нет. От чего зависит цена, слышишь? Я просто могу как бы с себя, блядь, и камушками снимать. Нет, нет, эти метки твои. Не навсегда, правда. Тебе похуй, да? Ну пошла ты, блядь. Сука, чудовище, ибо... Ёпта, ну и... Бля, вообще, 107 тысяч. Это столько левелов. Послушал, блядь, тех, которые... Бабка халявные уровни дает, блядь. Дала нахуй. 5 левелов ссаных ничего не стоит. А вот 107 тысяч, вот это пиздец. О, да, чуваки, блядь. Подсказчики. Ладно. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Разберемся. Мне еще, блядь, пушку надо нормальную себе где-то надыбать. Потому что этот мечик уже вообще не тащит. Короче, все. Адьё.